Мы хотим побыть вдвоем. Подожди нас на берегу. О, лучший цветок гарема! Мне приказано не оставлять вас ни на мгновение. Ты будешь нас видеть все время. Можешь не спускать нас глаз. Хотя ничего не помешает тебе и подниматься. Но мне приказано. Меня накажут. Никто не должен к ней приближаться. Вы должны убить любого, кто подойдет не только к женщинам, но и к карете. Если все получится, да поможет нам Всевышний, вы сядете на корабль и уплывете. Дальше можете делать, что хотите. Главное, чтобы ни один из этой троицы не ступил ногой. Никогда! Не только в Стамбул, но и на территории Османской империи. Слышите? Никогда! Внимательные, капитан. Они могут появиться в любую минуту. Мои люди готовы. Хорошо. Сюда. Замечательно. Наконец-то. Давайте, давайте быстрее. Хорошо, Настенька. Никто ничего не узнает. И все-таки, если бы падишах был в Стамбуле, я бы могла попросить. Я уверена, что он бы тебе ни за что не разрешил. Касым Паша! Где Касым Паша? Касым Паша, я должен говорить с вами наедине. Таков приказ падишаха. Оставьте нас. Султан приказал вам, Касым Паша, лично охранять Роксолану и никому ни на минуту этого не перепоручать. С этой минуты вы головой отвечаете за ее безопасность и жизнь. Янычары! На коней! На коней! Роксолана ханум! Роксолана ханум! Роксолана! Роксолана ханум! Роксолана!
Госпожа Роксолана! Госпожа Роксолана! Отзовитесь! Роксолана Ханум! Где вы? Госпожа Роксолана! Госпожа Роксолана, где вы? Говори, собака, где Роксолана, иначе тебя ждет смерть! Клянусь именем пророка. Они сели в лодку, я видел. А потом спустилась черная мгла, и они исчезли вместе с лодкой. Когда мгла рассеялась, на этом месте ничего не было. Ничего. Почему ты не поднял тревогу? Не бросился их искать? Я не успел. Это случилось так внезапно. Я не успел опомниться. А потом началась суета, и меня схватили. Куда меня вы? Схватили! Что-то узнали? Да. Две женщины сели в карету несколько минут назад и поехали в порт. Их сопровождали? Какой-то купец. Это они. Да. Ахмед-ага, возьми 10 человек, перекроешь южную дорогу. Все остальные со мной. По коню! Быстрей! Не жалеть коней! Приближается за мной. Куда вы, Рич? Рич, держите себя в руках. Клара, мы у цели, я вижу корабль. Вон он! Боже мой, мы погибли. Кто не понесли? На помощь, помогите! На помощь! Клара! Клара, боже мой, помогите! Они убивают людей. Что бы это значило? Янычары. Касым что-то пронюхал и кинулся в погоню. Великий визирь заметает следы. Вряд ли он оставит кого-нибудь живым. Янычары! Вы должны отрядить Сибага! Просто так смотреть. Ричи, вы с ума сошли. Ричи, оставайтесь тут. Ричи, вас отвлекли, что вы делаете, Ричи. Умоляю, остановитесь. Ой. Роксолана! Рич, неужели это вы? Закройте двери и не выходите из кареты, если хотите
остаться живой. А Клара? Она мертва, ей не помочь. А что будет со мной? Закройте дверь и не открывайте, пока не появится Касым. Она мертва. Впервые в жизни я не выполнил приказ своего повелителя. О, Аллах! Она жива. Сердце бьется. О, Аллах! О, Аллах! Она жива. Останови коня! Великий визирь, прикажете ставить шатер для отдыха? Нет. 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 Я буду ехать без отдыха, пока не увижу падишаха. А ты возвращайся в Стамбул. Скажи, что нагнал меня в пути и сообщил, что Роксолана пыталась бежать до того. Я не знал, что случилось. Понял? О, великий визирь, вы можете положиться на меня. Я скажу, что с трудом вас догнал и при этом загнал коня. Хорошо. Ничего. Скачи в Стамбул, тебе заплатят за коня. Премного благодарен, великий визирь. Немедли, скорее в путь. Пошел! Вперед! Слушаюсь и повинуюсь.
Кажется, это великий визирь. А не может быть. Приветствуем великого визиря Ибрагима Пашу. Где падишах? Где? Мне необходимо его немедленно видеть. Где падишах? Великий падишах осматривает город. Надолго? А вот и он. Приветствую и поздравляю великого падишаха, отца всех мусульман, с победой, с блестящей победой над неверными. Мне жаль тебя, Ибрагим. Жаль, что более важные дела помешали тебе ощутить радость битвы. Но ты сможешь с нами отпраздновать победу. Я жалею, что был лишен возможности быть сироскиром этой великой битвы, но я счастлив, что, оставшись в Истамбуле, оказал услугу великому падишаху, предотвратив несчастье. Несчастье? Какое несчастье? Я не смею омрачать счастливое мгновение плохой новостью, мой повелитель. Говори, говори скорее. Говори, я приказываю. Прошу. Роксолана с подружкой Кларой, ее никчемным мужем, этим, как его там, купцом Ахмедом, пытались бежать из гарема. Мои слуги и Касым-паша успели этому помешать. Как это бежало? Вот зачем ей нужна была подруга Клара. Значит, она хотела бежать, сбежать от меня. А я думал... Клара ее и надоумила, мой повелитель. Это уже не имеет никакого значения. Мои люди выясняют все обстоятельства и выявляют всех виновников предательства. В этом есть что-то непонятное. Мне хватит, я немедленно отправляюсь в Истамбул. Мне следовать за вами, мой повелитель? Нет. Оставайся, наведи порядок в городе. Побежденных отпустить. Я не хочу их смерти. Пусть знают, что истина сильная, великодушная. Их командиров награди. Награди, как считаешь нужным. Они храбро сражались. Слушаю, мой повелитель. Омар-бей! Мы едем в Истамбул. Прочь с дороги! Прочь! С дороги! Тебя, Аллах, дитя мое, я пришел поговорить с тобой об одном очень важном деле. Настало время принимать ислам, дитя мое. Нет, нет, нет. Учитель. Учитель. Ведь они могут меня и тут убить, если не удалось выкрасть. Дитя мое, Аллах сохранил тебе жизнь и справедливо наказал тех, кто принимал участие в этом недостойном деле не для того, чтобы допустить твое убийство в гареме. Он простер руку свою над тобой. О, учитель, я не уверен в том, что он покарал тех, кто заставил Ахмеда
и мою бедную подругу Клару похитить меня. Скажите, учитель, что мне делать? О, Боже! Почему ты не дал мне умереть? То, что ты спаслась от смерти, это знамение Всевышнего. И ты, наконец, открой ему свое сердце. Прими ислам. Это невозможно. Ты говоришь невозможно? А помнишь ли ты, что сказал пророк Джавиров? Любовь — это Бог. Заберите его отсюда, пока он ее не убедил. Пусть простит меня Роксолана Хатун, но если разговор с учителем Абдулагом вас так взволновал, я вынужден решительно требовать, чтобы он покинул вас. Хорошо. Хорошо, я благодарю вас, учитель, что вы навестили меня. Сейчас вам прежде всего нужно поправиться. И да поможет вам в этом Аллах. Я ежедневно буду молить Аллаха. Идемте. Да хранит вас Аллах. Идемте, я вам сказал. Оставьте, я сам пойду. Ну что же, юноша, наконец-то я встретился с мужественным защитником крепости. Жаль, что мы не встретились еще раньше в бою. Вы так нахально держитесь перед великим визирем, что можно подумать, победили вы, а не я. Я держусь как человек, исполнивший свой долг. А вы, как мне известно, не такой уж и победитель. Скорее, человек, пользующийся плодами победы. Вы же прибыли после боя. Откуда такая осведомленность? Я был свидетелем вашего приезда. Ваш конь сбил меня с ног. Ну, если вы так осведомлены, то вы, наверное, знаете, что великий падишах поручил мне наградить вас за вашу храбрость. Какой же награды вы желаете, уважаемый? Мне ничего не нужно. Я защищал свою землю и исполнял свой долг. Я счастлив уже от этого. Замечательно, замечательно. Вы сами не знаете, что подсказали мне, какой награды вы заслуживаете. Земли. Вы эту землю защищали. Я вас ею награжу. Вас засыпят этой землей. Я не царедворец, я солдат. И готов к смерти. Другой награды от вас я и не ждал. Вы меня ничем не удивили. Я не точно выразился. Я имел в виду, что вас засыпят землей живым. Вот видите, я вас все-таки удивил. Заберите его. Великий визирь разрешит мне сказать? Сулейман Могучий приказал наградить защитников крепости, а не казнить их. У меня такое впечатление, что ты позволил себе размышлять. Если память мне не изменяет, я не просил у тебя совета. Величие победителя в милости. Так учил нас мужественный Исмаил Паша. Исмаил Паша уже не сираскир. С момента моего прибытия мне передано управление войсками. Великий падишах мне поручил награждать так,
как я считаю необходимым. Я считаю, что наглец, позволивший себя вести так с великим визиром Османской империи, заслуживает именно такой награды. Мы должны заставить нас уважать нашу страну. Но уважение к стране порождает не только страх. Хватит! Лучше проследи, чтобы мой приказ был исполнен немедленно. Я хочу сам, своими глазами увидеть, будет ли этот смельчак выглядеть так же гордо, когда его будут засыпать землей. Иди. Кто сопровождал Роксолану, кроме Клары? Почему она одна оказалась в лодке? К ней был приставлен самый старый евнух, служивший еще вашему отцу Селиму, да возвысит его Аллах в царстве своем. Как же он допустил, чтобы женщины сами сели в лодку? Они ему сказали, что хотят просто посидеть в лодке и не собираются никуда плыть. И он поверил? Да. Нет. Такое безумие невозможно. Его нужно допросить. Он должен сказать правду. Какое это сейчас имеет значение, мой повелитель? Я должен знать наверняка, что это было. Что это была попытка выкрасть Роксолану. Или побег. К сожалению, от евнуха узнать об этом невозможно. Он мертв. Кто посмел убить его, не допросивший как следует? Он умер во время допроса, не сказав ничего вразумительного. Что теперь мне делать? Евнух убит на допросе. Клара и Ахмед при побеге. От кого я узнаю правду? От Роксоланы. Я не хочу с ней разговаривать. Я не хочу видеть ее. Она для меня не существует. Тогда пусть великий падишах поручит это своим слугам. Во время пыток она все скажет. Что? Молчи, собака. Ты предлагаешь мне, Сулейману, унизиться до того, чтобы пытать женщину, которую я люблю? Которую я любил. О, любимый султан, послушай своего слугу. Говори, Мугайдин. Пусть объявят Роксолане, что великий падишах отпускает ее домой. Пусть скажут, что в сопровождении охраны и со щедрыми подарками она может покинуть Истамбул в любую минуту. Мугайдин, ты учил меня мудрости с юных лет. Но то, чему ты меня научил сейчас, превосходит все, что я слышал о тебе раньше. Ты слишком милостив ко мне. Неправильно говорят, что все науки и вся мудрость сойдут в могилу со смертью великого Кемаля Пашзаде. Нет. Он оставил после себя достойного преемника. И этот преемник — ты, Мугайдин. Ты преувеличиваешь мои заслуги, владыка. Помолчи, Мугайдин. Мне действительно не нужна еще одна невольница. Как когда-то сказала эта женщина. Если она не хочет быть со мной, пусть покинет дворец. Пусть покинет Истамбул. Пусть покинет Османскую империю. Объяви ему, Гайдин, что Сулейман дарует ей свободу. Богатые подарки.
охрану и корабль, на котором она сразу, как только захочет, может вернуться на родину. Ни один человек под страхом лютой смерти не смеет помешать ей в этом. Я хотел бы, Мугайдин, чтобы ты объявил ей об этом немедленно. Слушаюсь. И чтобы больше никто не напоминал мне об этой женщине. Сейчас, госпожа. Я только поправлю. Быстрее. Быстрее же. Султан уже в Топкапе. Он может появиться в любую минуту. А я, по вашей милости, еще не готова. Еще одну минутку, и Хатун будет ослепительным. Хватит. Так оставьте, оставьте меня. Диадему? Нет, не эту. Принесите ту с лазурными бадахшанами, которую подарила Валиде. Да благословит тебя Аллах, Хатун. Падишах. Десятый величайший властелин османов, Сулейман Великий, да продлится его слава в веках, дарит тебе свободу, драгоценные подарки, охрану, дает корабль, на котором ты можешь вернуться домой. Согласна ли ты? А если согласна, то когда желаешь покинуть его дворец, столицу и государство? Признаю, что нет Бога, кроме Бога, и Магомед – пророк его. Нет Бога, кроме Бога, и Магомед – пророк его.